Призвание педагог. Республиканский фестиваль педагогических идей с таким названием проходит в Гродно. Повысить престиж профессии, поддержать молодых специалистов, поделиться опытом. С такой целью собрались педагоги из регионов Беларуси и России. Фестиваль проходит на базе Гродненского института развития образования и средней школы номер 26. Программа насыщена открытыми уроками, мастер-классами, тренингами. На них опытные педагоги рассказывают, как правильно проводить уроки и прививать интерес учеников к занятиям. Молодые специалисты тоже полны творческих идей. Детки должны уметь фантазировать. Самое главное, чтобы родители не загоняли детей в рамки. Потому что если детей загоняют в рамки, то после им очень тяжело за них выйти. Если родители не загоняют детей в эти рамки, если они позволяют им творить, то, соответственно, такие дети... Лучше у них получается, получается все с первого раза, ну и, соответственно, они добавляют что-то от себя, работа становится более индивидуальными и интересными. Фестиваль педагогических идей в Гродно продлится до 13 мая. Проводится он в пятый раз. В 2012-м мероприятие носило статус областного. Последние 3 года фестиваль проходил в республиканском масштабе, а в этом году дорос до международного уровня. На этот фестиваль приезжают опытные педагоги, члены клуба республиканского «Хрустальный журавль» и привозят команду молодых педагогов. В этом году на фестиваль приехало 170 участников. В предыдущие годы такого количества, конечно же, не было. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что это мероприятие популярно среди молодых педагогов. И Гродненская область гостеприимно встречать будет и в последующие годы молодых специалистов в рамках фестиваля.